Арка двое. Один пока не попасть точно. Там второй бежит. Второй подъем, по-моему, еще можешь подъехать. Не лезет, пока что не лезет. Лезет второй один. Блин, по себе попал. Бля, он полный. Бля, я про себе как-то попал. Один дохлый. Второй тоже. Коробы дохлые. Коробы 9 хп, подъем у хипов 100, наверное. Все, найс. Да. Найс. Арка уже есть. Подъем. Эй! Если пойдет, может. Арка. Попала. Подъем, если что, кровь. Хорошо, ну я слышу, он уже убежал. Эй! Если что, я подъем, кровь. Арка опять. Арку слил? Ой, красава. Бьем, походу. Ой-ой-ой, я то улетал. Улетел. Подъем, крит. Ай-яй-яй-яй-яй, 77 хп. Там, короче, походу на дальний. Знаешь, где у них там стоят контейнеры? Попал крит, арка. Второй сейчас вылезет на подъем. Под лестницей. По одному попал дельту. Еще попал. Второй там где-то на начале подъема стоит, закидывает. Бля, не попал. Да-да-да. Попал у него. Еще попал, но он... Подъем тут. Да-да-да. Не знаю, что такое. А, он дел. Попал, под дел, дел, дел. Бля. Арка. Арка попал одного. Один на баге, другой. Ну, в общем, оба дохлые. Ну, один полный, другой. Теперь оба дохлые. Одно не проходит. Да, не оба дохлые. На, нахуй. Только захилился баскрит, да, никакие тихие хилки не помогут просто. Подъем. Бля, мне нужно хилки взять потом. Эй! Я не успею, наверное. Попал. Она еще через стенку воду. Один так просто не хочет сдаваться, похоже. А, ну все.